Всем привет! Вчера подарили мне вот такую мультиварку Polaris. Сегодня буду готовить и покажу вам щи или борщ в этой мультиварке. Ну, сначала покажу, как она выглядит. Вот так вот открывается. Здесь вот есть чаша для пароварки и вот такая вот чаша 5 литров кастрюля. На 5 литров с тефлоновым покрытием. Сама буду готовить первый раз. К этой мультиварке идет в комплекте книжечка, вот такая вот, рецептов для мультиварок. И я посмотрела, здесь в этой книжечке очень простые и очень интересные блюда. То есть блюда все такие домашние, то есть обыденные, которые мы всегда готовим. Есть, конечно, блюда праздничные, но в основном все такие блюда, которые мы кушаем каждый день. Даже вот йогурт делается, творог делается, приготовление плова, супов, каш различных. Вот котлетки, курица жареная, то есть, ну, все, что мы кушаем на каждый день, то есть обыкновенная пища. И вот такой вот рецептик я нашла, борщ вегетарианский. Здесь в рецепте описывается, что готовится очень просто. Все овощи закладываются вот в эту чашу, в кастрюлю тефлоновую. И сверху кладется свекла, она варится на пару. И потом просто эта свекла шинкуется на терке прямо в суп, в щи, в борщ. Очень удобная ручка закрывается. Вот так вот на кнопочку нажимаешь, открывается мультиварка. Здесь есть вот отверстие, где выходит пар. Его закрывать нельзя, я прочитала, в целях безопасности мультиварки. И нужно следить за уровнем воды в ней. А в остальном все приготовление я посмотрела очень и очень простое. То есть вот судя по рецепту приготовления блюд, делается все очень легко и просто. Ну, еще покажу вам, вот в комплекте идет такой мерный стаканчик и две вот такие вот ложечки. Одна такая шершавая, другая глубокая, я так понимаю, для супов и первых блюд. Ну, не буду вам долго рассказывать, просто покажу, как я в ней готовлю. Вернее, буду готовить первый раз. Вот на самом деле еще ни разу не пробовала. Покажу вам и расскажу, вкусно ли получилось. Ну, я думаю, что получится очень вкусно, потому что, судя, вот я прочитала по рецепту, готовится очень просто, легко. Но я думаю, что очень вкусно будет. Не буду долго рассказывать, просто покажу, как готовить, и попробую и скажу вам.